Кільце поблизу Палацу культури та парк мікрорайонів, місця, з яких почали наводити лад. Учні ВПО 64 та співробітники Палацу спорту звільнили від непотребу клумби й територію навколо училища. Учні Центру професійно-технічної освіти, гірничо-промислового коледжу та приладобудівного технікуму разом із співробітниками управління молоді та спорту і міською організацією «Спорт для всіх» прибирали сухе листя, сміття та багнюку вздовж узбіч. Разом назбирали силу селенну непотребу. Борці за чистоту кажуть, готові далі трудитися заради спільної мети. Однак просять відвідувачів парку бути охайнішими та підтримувати лад. Прийшла весна і показала всю нашу грязь, яка скопилась за зиму. Тому по ініціативі Красновишського міського совету сьогодні починаються такі масові вилазки, доступні місця для красновичан, місця общественного пользования, щоб привести все в порядок, щоб було все красиво, щоб наші діти приходили, радувались тому, какой наш город самый лучший и цветущий. И очень хочется, конечно, обратиться к мамочкам, вот, которые гуляют здесь, приводят деток, мамы, папы, бабушки, дедушки. От них тоже зависит, какой будет наш город и насколько это будет чисто. Потому что я сюда приезжаю на площадку очень часто, и всегда, кто находится, я к ним обращаюсь. Пожалуйста, сделайте так, чтобы ваши дети всегда были в чистоте. Все-таки хочется, чтобы город был чистый, все-таки каждый день практически здесь бываем и ходим. Самим приятно будет находиться в чистоте. Да, гуляем постоянно здесь. Ну и какая задача перед вами стоит сегодня? Здесь? Почистить полностью парк, чтобы он был чистый, чтобы не было мусора. И будем надеяться, что будет продолжаться чистота. Должны помнить то, что мы должны жить в чистой стране. А чтобы делать чисто, нужно самому высорить. Мы сегодня проводили уборку парковой зоны и футбольного поля. Присутствовали дети с училищ, с техникумов. Ну, около 40-50 человек было. Все хорошо работали, дружно. Убрали, но приехали бы пораньше. Тут видели, уборка была, конечно. Не сравнить, как было раньше. Много мусора собрали. Очень много мусора. И тоже, говорят, просили передать, чтобы, если люди будут смотреть, чтобы не мусорили так, то что очень тяжело убирать. Не натішаться роботою волонтерів прихожі та мешканці мікрорайону. Дехто навіть готовий приєднатися до молоді. Валентина Семенівна пам'ятає територію як охайну і квітучу. Втім, це було 50 років тому. Сучасним станом парку жінка обурена. И вот посередине вот этого парка, вот это полностью, был цветами засажен. Цветы были, представляете? Ну, всегда было чисто. Почему-то здесь вот как-то власти внимание обращали на это. Специально человек был, который дорожки заметал, который ухаживал за этим. Ну, что хочу сказать, насчет чистоты, конечно, стало очень грязно. Лавочки вот сейчас побитые. Ну, это понятно, что власти, может быть, в этом не виноваты. У нас народ еще такой, который может это сделать, позволить. Но в основном ходят здесь женщины с детьми, и им хочется, чтобы именно парк был чистым. А людям, конечно, со своей стороны, нам, всем жителям, тоже надо лепту вносить, тоже как бы субботник сделать, чтобы выйти, тоже поддержать. Ну, их местных властей я просто хотелось мне очень, чтобы они внимание на это обратили, чтобы давайте благоустраивать свой город. Організатори вже планують наступні суботники. Кажуть, охопити таку велику територію за один день фізично неможливо. Роботи у волонтерів ще по вуха. Неприбраними залишилися важкодоступні місця між деревами. Вони рясніють великою кількістю пустих пляшок, недоїдків та інших залишків відпочинку красноучан. Волонтери певні, спільними зусиллями здолають ці негаразди і закликають усіх небайдужих приєднуватися. Катерина Севастьянова, Марина Михайлова. Новини телекомпанії «Луч».